Привет, рыбаки! Привет! Сегодня мы гостим у Мартинеса, руководителя клуба спортивной рыбалки «Пила». А это значит, что в наших руках будут удочки с поплавком. Как видите, находимся на берегу красивой реки Минья и попробуем раскрыть все тайны рыбалки рыбцов именно в этой реке. И самый большой мастер в этой рыбалке у нас Мартинес. Он в этих краях без конкуренции. Так что мы обязательно с ним поговорим о том, что тут делают рыбцы, как они приходят, когда уходят, когда их ловить, при какой воде, с какими системами. Одним словом, об этом Мартинес расскажет нам попозже. Ну а теперь к реке. Вперед, попробуем поискать первых рыб. Первый красавец – рыбец. Заинтересовался мотылем. Небольшой, но первая рыба всегда приятна. Потребовалось только 5 минут. Место Мартинес выбрал превосходно. И первая добыча. Также хочу сегодня представить пару друзей, которые с нами рыбачат. Это Далюс Ракутис, главный редактор журнала «Жвеёк». Он побежал куда-то ловить с фотоаппаратом утренние кадры. К нам он присоединится позже, когда уже сделает красивые снимки для своего журнала. Ну и хороший друг нашей передачи Миндаугас из Дзукии. Дзукии, как знаем, с рыбцами худо. Так что говорит, поехали в Жемайтию их поискать. А мы и посмотрим, как же сегодня ему повезет. Еще только раннее утро, а уже два рыбца. Очень неплохо.
Наконец-то и Мартинес к нам присоединился. Куда-то бегал, проверял свои тайные места. А сейчас отличная возможность побеседовать с ним о ловле рыбцов в реке Минье. Ну, Мартинес, когда надо приезжать сюда на Минью за рыбцами? Откуда они сюда приплывают? Расскажи людям, когда они уходят. Рыбец – это мигрирующая рыба. На нерест она плывет вверх по реке, на приток реки, во-первых, на Минью. Лучше всего ловить рыбцов весной и осенью. Весной они приплывают после первого наводнения, когда вода поднимается, лед растает, снег. И лучше всего клюет при падении воды. Около Гаргждай есть очень хорошее место для нереста рыбцов. Как вы сами знаете, есть клуб «Пила». Это название дала плотина, которая есть в Гаргждай, и останавливает течение Минии. Там рыбцы и собираются. И вот весной их там лучше всего и ловить. Значит, когда низкая вода, не низкая, а когда после первого наводнения вода отходит, тогда они начинают понемногу скапливаться. Да-да, лучше всего, когда вода отходит потихоньку. Даже эти весенние заморозки, тогда рыбцы и лучше всего клюют. Когда вода поднимается, тогда уже плохо. Где их искать в реке? Река ведь достаточно большая. Где? Или в середине, или ближе к берегу. В каком течении? Искать где посильнее или поменьше? Во-первых, искать начинаем у берега. Проверяем, забрасываем вверх по течению и пускаем вниз по течению рядом с берегом. Делаем проведение, и тогда, придерживая поплавок, можно ожидать клёва. Если нет берега, надо пробовать в середину реки. Так проверяя, переходить с одного места на другое. Проверяешь яму, выход ямы или начало ямы. Тогда находишь, где именно стоит рыбец, стараешься там задержать свою наживку и ожидаешь клёва. Какой толщины есть лески и размеры поплавков, размеры крючков и поводков. Все-таки это очень актуально рыбача рыбцов. Как и упоминал, вода падающая, то поплавки не очень мощные. Доминирует от 3 до 6 граммов пузырьки. Соответственно, месту и скорости течения. Если рыбачим у самого берега, то самый идеальный поплавок 4 грамма. И два молота, посаженные ниже вертушки. Они красиво катятся по дну. И выше его идет вал. Очень простая система. Глубина должна быть немного увеличена, чем реальная глубина, для того, чтобы, придерживая, красиво нагнулась вся система. И так проверяется. Толщина лески, главной лески, я использую 0,16. 0,16 вал, 0,12 кралузу, 0,12, 0,14, в зависимости от активности рыбы. Крючки Дринан Карбомач 12, 14, 16 номера. Вполне достаточно насадить 6-8 мотылей.
проверили этот участок. Поймали несколько рыбцов. И клевы закончились. Попробуем поискать рыбцов, немного опустившись вниз по реке. И еще несколько перспективных мест нам покажет Мартинес. Так что рыбалка на рыбца достаточно мобильна. Не надо никаких наживок. Просто один рюкзак, в руке удочка и идешь, проверяешь перспективные места. Часок-другой рыбачишь, если нету, идешь дальше. Ну, вначале решили идти вниз по реке, но встретили нашего хорошего друга Вилюса, также из клуба спортивной рыбалки «Пила». И он нам порекомендовал лучше подняться вверх, так как он недавно был внизу и там ничего хорошего не поймал. Так что прислушались к его совету и пошли вверх по реке. Действительно, приехав к незнакомой реке, если не имеете друзей, как мне везет и повезло в этот раз, что именно хороших друзей, рыбаков, которые знают хорошо реку и знают все места, то можно пользоваться диппер-глубиномером. Очень хороший прибор, особенно рыбача в таких вот небольших реках. Привязывайте себе к удочке. Конечно, леску надо иметь немного потолще. Опускаем воду, берем телефон и смотрим. И вот показывает, что на глубине 3 метров в одной яме рыба, на горке одна рыба и 2,5–2,20 метров глубина. Дальше рыбу не видно. Тогда мотаем назад и проведем по другому расстоянию от берега. Опускаем ближе к берегу и видим, что на глубине 1,5 метра 3 рыбы. Может быть, что это просто мелочь пузатая. Тут, ближе к берегу, около куста неровно, на дне видны ямы, горки. Опускать можно на расстоянии 40 метров. Именно на таком расстоянии контактируют. И вправду, очень удобная вещь. Особенно, кто не знает реки, или приехали в первый раз. Или тем, кто знает реку, проверить, есть ли рыба на этом месте. Действительно, стоит. О, рыбу показывает. Где-то у куста, в этом месте угла. В этом месте угла скопилась рыба. Показывает и на дне, и выше. Значит, там есть и рыбец, и другие рыбы. Так что пробую там и рыбачить.
Думаю, что надо сактивировать свою наживку запаха мотыля. Думаю, что это должно помочь. Ну что же, сразу говорил, что побрызгав запахом мотыля, сактивирую и поймаю рыбца. Так и произошло. Конечно, плюс есть еще одна тайна здесь, которую показал Вилюс. Дал несколько валов, которых сам собрал. Сейчас изображу. Вот, только отпущу рыбу. Как и упоминал Мартинес, Вилюс также использует крючки Дренан Магнут 16 размера. И плюс он еще имеет такую тайну. Здесь он нацепил такую силиконовую фосфорную трубочку. Да, и это действительно немного сактивирует клев рыбца. Сегодня, как говорит Мартинес и Вилюс, клев неактивный. То надо выдумывать всякие фокусы. Брызгаем запахом, надели крючок с фосфором, и сразу идет клев. Думаю, что эта рыба точно не последняя. Хочу немного поговорить о самой системе, на которой рыбачит Мартинес, ну, конечно, и все местные. Сегодня я использую пузырь 4 граммов, главная леска 0,16 диаметра кралуса. Если поплавок 4 грамм, то надо и столько же свинца, можно чуть меньше, немного меньше. Зажимаем на главную леску свинец. Вот такую цепочку, и они так красиво катятся по дну, тем же приостанавливая наживку. И не так активно наживка метается по воде. Тогда, куда активнее ловля, с медленным проведением. Тогда оставляем расстояние около 10 сантиметров и завязываем самую простую петлю. Завязываем петлю, при которой будет завязан вал. Ну, ребята мне порекомендовали привязывать около 30-40 сантиметров. Так я и делаю. Рыбачи в Немане, мы привязываем около 80 метр, метр 50 вал. Здесь таких не надо. Также завязываем петлю. Тогда просто проводим петлю в петлю. Здесь проводим леску и затягиваем. Вот и выходит такая система. И в конце привязываем крючок. Хочу очень похвалить эти крючки, а особенно их форму. Форма, как видите, согнутая, красиво так внутрь. И красиво ложится мотыль. Плюс он из тонкой проволоки. Что это дает? Это дает, что очень легко насадить мотыля, он не задавливается и остается бодрым, красивым на крючке.
Ну вот, в конце передачи все участники построились перед вами, зрители. Хотим закончить сегодня нашу рыбалку. Со мной сегодня рыбачили Вилюс и Мартинес из клуба «Пилы». И, конечно, главный редактор журнала «Жвеёк» Далюс Рокутис. Я думаю, что действительно можно поучиться у этих спортсменов. И думаю, что обратите внимание на их замечания и на их заметки. И я уверен, что вы не останетесь без рыбы на берегу Минии. Спасибо вам за прекрасно проведенное время и хорошую рыбалку. Ну а с вами, зрители, встречаемся через неделю в это же время. Пока!